Исторический момент – газификация поселка Нартовка. Сегодня утром первый дом в детском переулке подключили к долгожданному ресурсу. Теперь собственники смогут сами регулировать подачу газа, а это значит, что тепло и горячая вода будут круглый год. Этот день жителям Нартовки запомнится надолго. 2 года они ждали, когда голубое топливо появится в поселке. Первые счастливчики – белоусовы. Глава семейства вместе с работником «Газпрома» в торжественной обстановке запускают ресурс в дом. Ура! Без труда теперь можно вскипятить чайник, приготовить обед, отрегулировать температуру воздуха в доме. Кроме того, газ – это еще и выгодно. Зимой собственники платят по 5-6 тысяч рублей за центральное отопление и горячую воду. Газ обойдется минимум в 2-3 раза дешевле. Отличный подарок ко дню рождения, который Александр Белоусов отметит через пару дней. Будет у меня отопление дома, горячая вода, сам газ. С баллонами не будем уже возиться. Привозные баллоны были сжижены. Одни плюсы. С отоплением, как обычно, зимой проблемы были. Прохладно было. Но сейчас с появлением газа, думаю, эта проблема пропадет. Сегодня газ подключили и в соседнем доме. На этом работы останавливать не собираются. Вопросы, связанные с подключением, на месте обсудили городские и краевые власти, а также представители «Газпрома». Мы дали возможность сегодня поселку почувствовать, что такое природный газ в современной жизни. И мы уверены, что уже к этому отопительному сезону этих домов будет больше. Потенциал всего из 180 домов, 90 по техническим возможностям мы можем газифицировать. Мы очень хотим. Стоит отметить, что в поселке можно проложить трубы только наземным способом. Это связано с особенностями местности. Причем в некоторых местах это возможно сделать только по участкам собственников. Таким решением согласны далеко не все жители Нартовки. Важно донести до людей, что магистраль, которая проходит по земельному участку, это возможность обеспечить ресурсом сразу несколько соседских домов. Очень большая работа проведена и администрацией Березняковского городского округа, и компанией «Газпром» по нахождению как раз индивидуальных решений для каждого жителя, чтобы максимально сократить те неудобства, которые связаны с прохождением газовых труб по участку, и, безусловно, чтобы люди в конечном итоге все-таки получили доступ к газу. Напомню, что в регионе действует программа социальной дегазификации, по которой можно довести голубое топливо до фасадов домов бесплатно. Кроме того, льготные категории граждан могут компенсировать расходы на подключение к газу. Пермский край входит в тройку лидеров регионов по реализации этой значимой программы. В этом году в Березняках планируют построить около 80 километров газопроводов в Чупино, Дурино, Шарапах, Легино, Пермяково, на Нартовке и в других территориях. Елена Катаева, Кирилл Яранцев. Наши новости.